Чистополе состоялась презентация двух новых проектов Республиканского фонда возрождения. В зале администрации собрались глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Татьяна Ларионова, руководители предприятий и представители профсоюзных организаций города. На собрании обсуждались вопросы значимости культурного наследия Республики Татарстан, обсуждался ход реставрационных работ, а также планы и дальнейшие перспективы. Именно возродить, ведь большинство памятников культуры, над которыми идет работа, находится в плачевном состоянии. В нашей республике мы с большим уважением относимся ко всем людям любой национальности, которые проживают здесь, и межнациональное, конфессиональное согласие – это действительно кредо нашей республики, которое не исповедуется на словах, оно пропагандируется и показывается на деле. Презентация комплексного проекта «Культурное наследие. Остров Град-Свияжск и Древний Болгар» начались с небольших промо-роликов, в которых рассказывалось о важности исторических памятников, их истории и ближайших перспективах их восстановления. Было рассказано о планах проекта, о перспективах. Сидящим в зале были розданы буклеты. Было заверено, для восстановления памятников культурного развития Республики Татарстан будет сделано все возможное.